Всем привет! Сегодня будут итоги поездок за 15 сентября 2021 года. Начнем с первой поездки на автобусе МАЗ-103.465-02153 по маршруту 22. Всего было записано одно объявление о масках. Переходим к следующей поездке на автобусе Lotus 206A325-16 по маршруту 74. Было заснято только три масочных объявления за 21 минуту. Дальше для съемки лифтов мне надо было добраться в Левченко, поэтому я поехал на 63 автобусе, где не работал информатор, не заснял ни одного масочного объявления за всю поездку. Следующая поездка уже на 53 автобусе. Я вышел с 63 автобуса, потому что мне нужно заснять много поездок. Это опять старый Нефаз 52 993 032, но уже с рабочим информатором. Потом мне удалось сесть на 63 автобуса и доехать до поселка Левченко. В нем работал информатор, я заснял 4 масочных объявления.